Так, ну я это, скорее всего, для себя уже снимаю, чтобы понять, что... Это новые наши полочки, вот шиммер хороший для волос. Так, бренд комплимент. Вот тут две этих. Две пирамидки, все в комплименте. Надо еще вот такой для волос взять. Но это еще масло. Если брать масло, то обязательно на базе, ну, кокос. Лично я так вот, у меня такое предпочтение. Так, маски, маски, маски. Глиняные маски по 39. Вот они органоил основные. Ретиноловые сыворотки. Так что, девочки, успеваем. Девочки, мальчики. Вот я вчера два таких карандаша купила. По 64 нормально. Два тона подобрала. Органовое масло, улитка, моркова. Вот такие скрабики, по-моему, в фикс-прайсе были. Это все скрабы антицеллюлитные. Маски. Я сильно громко не могу говорить, поэтому, девчонки, кому что нужно, все увидели.